выиграем войну, если будем просто стоять без дела. Берегите оружие, проверьте. Сейчас мы все сделаем. Отделение под сильным огнем! Отряд! Рейнджеры, приделаю все как надо. Одно из наших подразделений было уничтожено. Без проблем. Подкрепление на подходе. Мы сейчас же полностью линии снабжения нарушены. Рейнджеры к бою готовы. Подкрепление на подходе. Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Темпе, парни. Рейнджеры к бою готовы. Отделение. Рейнджеры, слушай мою команду. Рейнджеры. Отряд. Понял. Слушай мою команду. Рейнджеры к бою готовы. Рейнджеры получили подкрепление. Пулеметный расчет по ногам. Немцы пытаются захватить нашу территорию. Подкрепление на подходе. Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Подкрепление ждет дальнейших показаний. Отряд! Вперед, выдвигаемся! Какие будут указания? Выдвигаемся! Слушай мою команду! Шевели задницей! Какие будут указания? Немцы пытаются захватить ногу. Один из наших объектов. За мной! В нас стреляют! Двигайся! Добро пожаловать в ад! Вражеское подразделение уничтожено. Вперед! Рейнджеры, слушай мою команду! Займем ту точку, рейнджеры! Шире шаг, рейнджеры! Так мы скоро потеряем сектор. Я слышал, что все немцы сейчас мы все сделаем. Отделение! Пригнуться! А теперь за мной! Собирайте ваши вещи. Мы укроемся в церкви! Рейнджеры прибыли! В ногу! Слушай мою команду! Рота Эйбл захватила точку. Да, сэр. Ноги в руки и вперед. Отряд, ноги в руки и вперед. Начинаем оборонительные боевые действия. Так мы скоро потеряем сектор. Стрелковый взвод, слушайте! Идет подкрепление в подразделение пехоты. Немцы пехоты. Активно строгал ферму. Ферма атакована. Да, сэр. Наша территория полностью захвачена. Сектор. Стратегический пункт.
Слушай мою команду! Пригнуться! А теперь за мной! Подтверждаю. У противника осталось 300 очков. Немцы перерезали линии снабжения. Рейнджеры, займем эту точку, рейнджеры! Да, сэр! Отряд! Отряд! Понял! Без проблем! Займем ту точку, рейнджеры! Вражеское подразделение уничтожено. Мы склонили чашу весов в свою пользу. Так мы скоро потеряем всех. Стратегический пункт на осадном положении. К нему движутся немецкие войска. Открой рот и скажи, а, чертов ты! Грейхаунд меняет позицию. Немцы открыли по нам огонь! Займем ту точку, рейнджеры! Как и всегда!
Наша. Рейнджеры, слушай мою команду. Какие теперь мы контролируем ситуацию. Поверьте, это просто вопрос времени. Стало 100 очков. Снабжение нарушено. Наш сектор отрезан от источника снабжения. Крейхаунд, сейчас посмотрим, на что способна эта машина. Крейхаунд видит цель. Сворачивайтесь! Мы должны идти! К бою готовы! Какие будут указания? Пора убить несколько фрицев. Мы захватили стратегический пункт прямо у них под носом. Займем ту точку, рейнджеры. Подразделение подкрепление на подходе. У противника осталось 50 очков. Отделение! Пригнуться! Будем там быстрее скорости света. Да, сэр! Что-то не нравится мне это, сержант! Рейнджеры, прибыли! За мной! Рейнджеры, туда! Посмотрите, что от них осталось! Теперь мы контролируем ситуацию. Победа — это просто вопрос времени. Капитан Шульц пережил уничтожение дивизии «Панцерлар». Из боевого донесения мы узнали, что его группа уничтожила 17 танков союзников и роту «Бейкер». Из-за этих «Тигров» мы не сможем помешать немецкому отступлению. Шульц должен быть уничтожен. Thank you.
Першить на передовую. Для него есть работа. Колонны бронетехники 2-й танковой дивизии отступают через этот город. В последнем докладе роты Бейкер сообщается, что они вступили в бой с группой тигров Шульца. Это означает, что АС защищает город. Нам нужно уничтожить его. Это будет нелегко, скорее всего, там находятся тяжелые танки. Если мы уничтожим Шульца, то с немцами в этом секторе будет покончено. Першин докладывает с поля боя.